Итак, ребята, всем приветик. Открываю свой, ребята, интернет-магазин и буду делать вот такие вот крутые футболочки, ребята. Вы сможете у меня заказать любую футболочку. Здесь будет любое изображение, будь фото, будь вообще... Да вообще все, что угодно, ребята. Вот такого размера, смотрите. Норма, да? Чтобы быть летом модными, чтобы быть на моде вообще. И чтобы, знаете, вот, например, я хочу сделать так. У меня сегодня, вот, например, настроение как GTA в пятерочке, да? А завтра у меня будет другое настроение. Или послезавтра я уже одену другую футболочку. Ну и вообще, ребят, вот... Смотрите, у меня уже есть немного фото. Я тут учусь, занимаюсь. Качество просто вышка. Не знаю, телефон передаст, нет. Освещения в комнате не так много. Вот еще немного доделаю стримерскую. Остается мне обшить потолок. Вот. И будет все нормально. И стены. На стены я хочу, знаете, такие вот фотообои, да. На одной стороне у меня будет на стене мотоцикл, на другой будет какой-нибудь город такой с высотками там, типа Лас-Вегаса, ну что-нибудь такое, ребят. В общем, дальше посмотрим, увидим. А пока занимаюсь, вот, ребята, такие крутые фоточки, ребята, я могу делать фото размером А4, это вот альбомный лист. Фото, то есть вашего там семейного альбома, плюс могу делать вашу коллекцию, сделать, вы сможете заказать у меня вообще, не знаю, картинки из любимой игры. Я не знаю, любимых своих персонажей, я не знаю, или просто фото, свои фото в хорошем качестве я вам сделаю, или просто вообще любые картинки из интернета, да, или просто кому-нибудь на день рождения подарок, например, вот, да, фотография, ну, это не фотография, а картинка, фотографии, вот они, две фотографии, эти остальные картинки уже, ну, и вот эта фотография из интернета, вот, ребят, и плюс я могу сделать такие же вот наклеечки. Вы сможете наклеить куда-нибудь, не знаю, на мотоцикл, куда-нибудь, не знаю, на холодильник, блин, или у себя в комнате сможете наклеивать. И плюс, ребята, я делаю тоже размер А4. Вот такие вот картинки на футболке. Вот сегодня сделал себе на свою футболку. Чисто для эксперимента. Вообще все четенько получается. Все четенько выходит. Цвета могу сделать вообще яркие, могу сделать вообще на любой вкус. Как, ребята, отфотошопите, например, свое там пожелание, или могу я отфотошопить, так оно и будет выглядеть у вас на одежде. На штанах, я не знаю, на кепке можно попробовать. Да вообще, блин, на толстовке. Вообще, короче, ребят, на чехлы, на автомобиле, если они вот у вас из ткани, из тряпки, тоже можно будет попробовать. Да вообще, блин, на скатерть какой-нибудь, на стол, вот, тоже можно попробовать. В общем, ребят, пишите, спрашивайте. Детализация хорошая вообще, детализация просто огонь, просто не то, что просто огонь, а просто огонь, огонь. Телефон не передает, так как в комнате маленько темновато. Ну и, друзья, где узнать всю информацию, где это можно заказать, переходите, под видео есть ссылочка, там группа ВКонтакте моя, вот, которую я создал, и там, в принципе, вся информация, ребят, делаю собственно я, собственноручно. Вот это просто мое произведение, да, уже. Вот, ребят. И с вами договоримся, обсудим. Возможно, что-нибудь сделаем индивидуально, да. Вот, на ваш вкус, как говорится, на ваш цвет. Так что, ребят, пишите, не стесняемся. Все, всем удачи, всем пока.